Хорошо, друзья, это все сегодня, которые получили исцеление. Это те, которые не сбежали. Да. Сегодня хороший продуктивный день. Да, для славы Божьей. Друзья, вы сегодня видели реально живого Бога. Друзья, это не выдумка. Действительно, Бог с вами. Он не только со мной, но еще и с вами. Я хочу просить, ну, ваш, вот просто коротко, что у вас было и что произошло. Хорошо? Да. Что? Ну, у меня было, это вчера вы исцеляли, псориаз сильный был. Сейчас нету. Почти нету. Осталось немного. У меня было как рыба в шелухо. Ну, да. Сегодня он, Виктор, исцелил, я не видел. Я Библию стал читать, мелкий. Слава Богу. Супер, слава Богу. А у вас что? Болела голова. Ну, сейчас все хорошо. Все хорошо? Все хорошо. Все хорошо? Все. Слава Богу. Только лишних 30 килограмм. Ладно, сейчас мы вас запустим бегать. Нет, так уже 35 нет. Хорошо, а у вас что? Седалищный нерв. Болел седалищный нерв? Сейчас как? Слава Богу. Иисус Царь. Супер. А у вас? Ну, у меня трясло, и плохо было. Сейчас вроде хорошо, слава Богу. А еще бодряк. Не стало, вот, но так, я еще так потрогала. И пока есть, но надеюсь, что ее уже не будет. А она не уменьшилась? Нет, не уменьшилась. Сейчас мы еще поможем. Пока мы дойдем, мы верим, что вы сейчас еще. Да, Господь, спасибо тебе во имя Иисуса Христа. Господь, эта киста лишняя, ты ее не творил, и пусть она уйдет. Во имя Иисуса Христа. Киста. Приказываю тебе втянуться и исчезнуть. Моментально. Сейчас. Иисус, спасибо. А у вас что было? Вот это дерматит, а это неприятно. Тем более, это же общежитие. Думал, что я заразна или еще же-то. Оно как-то ужасный дискомфорт приносило. А сейчас оно уже почти уходит. И я верю, что оно уйдет совсем. То есть вы, когда пришли, у вас были намного больше пятна? Были больше, и оно же и чесалось, а сейчас нет. Перестало чесаться, и начали пятна исчезать. Да. Супер, слава. А у вас еще там колокольчик был в ушах, да? Да, ушло вот это все. Перестали уведомления приходить. Да, слава Богу. Хорошо. А у вас? Сердце, плечо, отечность ног, глаза и уши. Супер, слава Богу. Я помню, эта женщина вчера... Я смотрю, вы без очков ходите уже. Да нет, это я выпендриваюсь. Выпендриваюсь? Да. Смотрите, я пристаю. Когда выпендриваетесь, что будете зрячие. Да. Но вы тогда увидели, читали. Да. Просто вы прозрели на самом деле. Вы просто, ваше сознание не может прийти к этому выводу. И вы потом, ой, да я не могу так быть зрячим. Вот. Я помню, эта женщина, она вышла и говорит, у меня глухое ухо. Сколько лет глухое ухо было? Ну, лет 5, наверное, когда лопнул сосуд. 5 лет было глухое ухо. Она вышла и говорит, у меня глухое ухо. Я говорю, вы уверены? Она, да. Так она слышит. Вы получили исцеление, когда были там, сидели в ряду. Супер, слава Богу. Я рад за вас. Спасибо Богу. Хорошо. У меня будет остеохондроз, коксоартроз, всего-всего. В общем, ну, ёлка себя почувствовала. Трудно. Даже волна какая-то была. Волна? Да, я чуть не упала, между прочим. Ну, из-за того, что бывший спортсмен, я его стояла. О, слава Богу. Это хорошо. Хорошая зарядка помогает. Но против Божьей славы не устоишь. Ну, легкость я почувствовала. Это Господь снес у вас. И легкость стала. Да. Ходите в церковь, храните себя. А я вам предупреждаю, друзья, чтобы правильно понимать, это не панацея на всю жизнь. Вы можете так же легко опять заболеть. Поэтому вам надо быть в Господе. Потому что вокруг дьявол, написано дьявол, как рыкающий лев. Понятно? Слава Богу. Хорошо. А у вас? У меня же рак был. Рак. Был. Был. Ну, раки, да? Ну, да. Раки. Сварили их. Да, уже сварили, да. Да. И кашель. Вот кашель у меня легче стал. То есть у вас от рака был кашель? На легкие да. А сейчас легкие набирались стало. У меня. А сейчас надо перестало давить? Да. Супер, слава Богу. Хорошо, мы верим, что это все исчезло. Слава Богу. Я верю. Да, легко стало это говорить о том, что метастазы начали исчезать. Слава Иисусу Христу. Спасибо. Так, у вас? У меня в течение 8 лет
левая нога в этой области. Все время я ощущала, особенно в вечернее время, как будто камень у меня внутри, такую сильную тяжесть. Но вот нога выросла, и мне теперь легко, и ничего не болит. Супер, слава Богу. Ее камня нет. Муж рад. Я же обойдешь от глухоты, и Бог исцелил мне травмы ног. И соединился жук, я не чувствую, что он шатается. То есть трещина соединилась. Друзья, эта женщина пришла, говорит, у нее болел зуб, потому что он был треснутый и шатался. И сейчас моментально Бог соединил, клеил зубы. Я могу вот вас сделать. Мне не больно. Аллилуйя! Наш друг стоматолог. Супер. Так, у вас что? У меня было ощущение простуды, у меня была губа, как бы герпес. Утром у меня муж видел, у меня была очень опухшая губа. Слава Богу, у меня она стухла и пропало ощущение простуды. Супер. Я реально была простуда. Слава Богу, а у тебя? У меня варикоз. Тянуло от варикоза? Да, постоянно. Постоянно? Сколько лет? Там постоянно, наверное, уже около трех. Трех лет. И в этот момент во время молитвы что произошло? Такая легкость. Легкость стала? Перестала тянуть? Да. Слава Богу. Слава Богу, ходи тут в руку. Все нормально с тобой. Молодец. Так, а ваша? Ой, у меня много. Очень большой список. И катаракта, и почки уже. Ой, и почка левая, и желчный, и варикоз. Чего тут? Хорошо, давайте начнем с катаракты. У вас катаракта, у вас было плохое зрение. А сейчас как? Не знаю, я не проверила. Ну вот смотрите, вот какой на оба катаракта было или на один глаз? На оба. Как вы видите людей вокруг? Нет, ну я людей-то видела раньше, и у меня читать начали. А, читать, надо, короче. Бумажечку. Дайте, пожалуйста, текст. Текст. О! Ну вот я вижу. О, видит? Вижу. Вижу, слава Господу. О, значит, катаракты разобрали. Да. Хорошо, а что у вас еще было? Расширение вен на ногах есть вены. Сейчас я могу. А ну посмотрим. Ну, а боль ушла? Ну, она такая и была. Они не болели, они были судороги. Ну, знаете, я верю, что она сейчас просто уйдет. Вот мы сейчас видели, как исчезает. И сейчас это тоже. А что-то еще два было, да? Камни в желчном, левая почка. Хорошо, камни в желчном. А вот будет комфорт от этого? Сегодня с утра. А сейчас как? Сейчас ничего. А почка? Ну, обычно, когда делают вот так, она сразу... Нет, с утра она болела. Давала. Сейчас все легко? Да. Аллилуйя. Вот так как Бог исцелил это все. Господь, спасибо тебе. Спасибо, Иисус, за то, что сейчас моментально вены сдуваются. Спасибо, Иисус. Прямо сейчас варикоз полностью исчезает. Могущественным именем Иисуса. Спасибо, Дух Святой. Аминь. Вот эти считаться начал. Нога щипать. Щипать начал. Нога щипать. Щипает, вот это сейчас исчезает. Хочу засвидетельствовать. А? Хочу засвидетельствовать. Свидетельство. Вы знаете, у меня вот уровень решения, да, и отечная это была. Пошли молитвы, просто одна сторона мгновенно, буквально, мгновенно ушла, как провалилась, да. И, вот отечность была от серьезных заболеваний. Да, и такая сила вошла. 18 лет, я знаю, вы болели. А ты был периодически. И сейчас? Сила такая прошла, что совершенно чудо. Ну, я говорил, что в порядке. Ну, слава Иисусу. Хорошо, слава Богу. За колено, хотел сказать, болело колено. Вытянулась, и боль вообще прошла. Вообще, вот моментально. Я и не хотела говорить, как бы, думаю, да, мне же это, а раз, и вот даже могу, смотрите, о, ну, немножко еще такая-то, но уже даже могу присесть, я не могу. А сколько лет не могли присесть? Ну, у меня не лет, где-то так, будем говорить, больше, чем полгода. Началась в октябре, ну, тоже, в октябре того года началась проблема, артроз, как бы, деформирующий артроз, и это, но сейчас вот, я не могла согнуть колено вообще. О, смотрите, согинаю, о, смотрите.
Слава Богу. А что у вас сынок? Где уже, все хорошо? Сын, да, слава Богу. Слава Богу, учится в Польше, да. Ну все. Да, аллилуйя, друзья. Да, слава Богу. Иисус живой? Да, живой. Аллилуйя. Тут еще и половина людей нет, они сбежали. Попросили передать свидетельство. Да. Вчера была девушка на школе, а вечером она разговаривала с человеком по скайпу с Америкой. Там очень больной человек, и он получил исцеление. Он сказал, что вот, говорит, я тебя не узнаю, ты говоришь с такой верой, говорит, и у него произошли перемены, но она будет еще рассказывать, я не успела. А мы молились за него, да, я так понял? Нет, она просто слушала школу. Она прослушала школу и помолилась. Вау, вот это супер. Слава Господу. А можно засвидетельствовать? Я только не за себя. Я своей знакомой послала на школу в четверг. Она неверующая. Она пришла, мы за нее молились, у нее была опухоль в зубе. Стоматолог назначил лечение, опухоль пошла вверх. Ну я что хочу, а муж у него вообще серьезные были проблемы. Он где-то в ноябре месяце заболел простудой, дошло до того, что у него паралич, блуждающая боль по всему телу. Он не может ходить, падает, чашку не может в руках держать, как мясо. И вот это несколько месяцев он в таком как бы лежачем состоянии. Вы помолились, у нее до вечера прошла опухоль, и у мужа была бессонница, он эту ночь уже спал, и ему легче, он уже даже настроенный на работу идти, хотя несколько месяцев болел, не ходил вообще. Иисус, так что спасибо. Слава Господу. Слава Господу. Прямо у вас тут целый клондайк чудесный. Хорошо. Да, сейчас.